Торопимся. Щука ждать не будет. Полдня за рулем, полдня у реки, полдня за жрачкой. Графика выбились. Думали, успеем. До 4 нифига не получилось. Солнце сейчас заходит. 7:30. 7. Да не. А 8. 8. 7:30 это оно начинает. Закат. А там пока туда-сюда, ну, в 9. 3 часа нам хватит. В общем, 3 часа на рыбалку. Поймать окуней. И кучу щук. В чем я пиздец как сомневаюсь. Да. Сейчас посмотрим. Блядь, какой дурак установил на трассе, блядь, 90 километров. Потому что 80. Это... Типа стадо, фермер там, наверное, что за это... Погода вроде нормальная, солнышко, температура плюс 21, ништяк. Ветра нет? Ветра нет вообще. Единственное, что темнеет рано, а так все как летом. Да если бы она как дура клевала, мы бы и с ночевой остались. Фонарики у нас есть. Мотанулись бы до деревни, там что-нибудь, какой-нибудь удом взяли японский. Сегодня ночью тоже получается 11 ночи. Нет, ночью тепло, сегодня нормально. А, я смотрела, ночью будет 13-14, но в 6 утра похолодает до 11. Ну и потом опять пойдет теплеть. Птицы уже собираются. Ты кто, жаворонки? Грачи какие-нибудь. Вороны. Не, какие вороны? Какие жаворонки? Жаворонки. Я тебе говорю, жаворонки. Слушай, а нет воды этой? А? Полторашках воды нет? Или что, большую что ли брать? Полторашку бери, вот. Зачем? Вот источник. Недозированный. Да, блин, 49,52. 5 литров и полтора. Ой, давай возьмем. Да. Если сегодня будет клевать как из пулемета, останемся на ночь. Угу. А, ну у нас, кстати, по этому. По прогнозу? Нет, по нашему летнему графику мы еще не были... Окунёва и не ночевали в машине. Хотя бы раз в году надо ночевать в машине. Это мы не закончили в этом году. Не переночевали в машине и не съездили в Окунёва. А так, в принципе, везде уже побывали, где хотели. Даже там, где и не хотели. Вроде сухо, наверное. Так а дождь был. А здесь, наверное, не было, да? Блять, здесь Бермудский треугольник, здесь тут не что, на трассе может быть, здесь не может быть, или наоборот. Блин, что тут трактор проезжал, или что, такого не было. Да не, он плескается везде. Разводов куча. Прям куча. Рыба, привет. Прям быстро. Быстро.
Быстро, быстро. Солнце просто быстро садится. Реально гоняет. Слушай, ну если клёв будет, можно и до 10 закидывать с фонариком. Ну если клёв будет, да. Не проблема. Сейчас проверю. Потом забудешь, не пищи. Короче, все в разводах, как мы и хотели. И тишина. Класс. Вон шнур гоняет. Вот это называется, зачем я приехал. Щука. Нет, такой нам не надо. Медленная проводка вообще не работает. У белки вон перед глазами. Сошел? Окунь есть, маленький шнур есть. Где большая щука? Сама дура ржешь, блин. Просто праздник, а не погода. Прям супер. Скотина слышит все. Даже как я иду, вот сюда ушла. Сюда не пробраться здесь вообще. Жопа. Островок есть маленький. Эти пугали нам пролез. Вон он там. Сосранец. Белка вцепила уже мелкого. Тут вокруг меня отваливается все вокруг. Такие окуни плюхаются, а тычков ноль. У меня так же, прям под ногами прыгают. А пойматься не хотят. Вот падлы, а. Ладно. Наверное, еще не выход. Посмотрим. Часов, наверное, на 7 будет выход. А раньше же было 8, да, выход? Да, примерно так. Будем подождать. Бел, давай попробуем приманки поменять. Ну, я тоже думаю. Что-то яркое надо. Что-то комары. Что, закусали? Ну нет, так лезут. Побрызгаться хочешь, есть. Я... Решили не выеживаться, поменять приманки. Что-то... А? Я говорю, решили не выеживаться, а поменять приманки. Либо приманка уже приелась. Либо я не знаю, что и падло надо. Слушай, ну уже третий раз одни окуни, щуки ноль. А, ну я этих пизденышей ловлю. Я поймала вот такого окуня. Ну. Потом вот такого поймала. В следующий раз вот такого. Я и вот один это, мелкий тоже слетел. Вот эту щучку я поймал. Из нее три штуки вот таких маленьких. Изо рта вывалились. Блин. Ты их спас. Не говори мне. Так. Кого? Так, я одену. Где-то тут была такая. Блин, а она с двумя лепестками, да? Цветная. Вот она. Тут надо что-то другое. Вот брать. Эту хотела. Да, если она крутится, это те беспонтовые. Это большая. Так, это большая. А номер я, один. Я вот эту попробую. Колокольчик. А, вот еще новая, кстати, одна. Ну, положи. Какой колокольчик? А, ну. Не надо. Может, такая... Это... Блин, для чего пожелтее взять? Вот, давай я желтую возьму. О, да, кстати. Мапс, который... Мапсовский. Что поярче что-то надо. А потом, наверное, вот эти попробую, может... Хреново. Большая. Понятно. Что ты прицепился, падла? Я поменял приманку на яркую. А ничего, чтобы... Окунь. Чё? Ничего, что будет открыто. Ну и ладно. Окунь до самого берега шел. Да? Ну, дошел, развернулся и свалился засранец. Ну, одной утке пофигу.
А он там на яму катается, да. Ну. Че стоишь, я же тебя снимаю. На форели не катит. Блин, а это сколько грамм? У нас от 3 грамм в спиннинге. А это, блин, я не знаю. Попробую, короче. Хотя они на вертушку что-то они не хотят. Жопу поставить. Такую. Какой смысл? Такую мапс, шмапс. Четверку. Кто знает. Ой, блин, сейчас пока распутаешь. Короче, надо покупать этот под блесна. Сезон закончился, я только покупать решил. Блин. Индеец. Блять! Прям здесь, прикинь. Скотоблаза. Что-то этот ветер мне не нравится. Ну, какой-то странный. Не было, не было. Бах и ветер. Еще и под вечер, кстати. Ну. Что-то ненормальное. Ай. Ну, зачем тебе палка? Пойду-ка я покидаю на этом островке. Сволочь! Ладно, останусь. Пошел на старое место. Задолбал. Прыгает, летает. Плевать не хочет. Скотина. Ну что это? 2 окуня. Какой-то карандаш. И у белки 2 окуня. Ну это там одно название. А не окуни. Хотя сегодня можно и с ночевой остаться. Так-то вроде тепло. Блин. В сапогах в этих ходить замучаешься, блин. О, лошади ходили. Блять, то свиньи, то лошади, то кони, блядь. А рыба где? Все. Вода ушла. Здесь закидываю на середине. Буквально раз-два, 2 секунды и все, она на дне. Похоже, щука ушла отсюда. Так что щучье логово до следующего года закрыто. Уже 3-я рыбалка. Ни одной щуки. Ну, не считайте, кстати, шнурков. Да хоть бы окунь клевал нормально. Тут весело было. Да ёб твою мать. Нет, грибы я больше собирать не буду. Ну их нахер. Куча вон. Везде. А мы позавчера здесь собирали. Пипец. Так. Кофеечек. Не знаю, что с этой рыбой. Белки тоже голяк. Пришел, она пошла бабашить. Там сети поставили, там сети поставили. Тут еще на сети дохера рыбачат. Повыбивали, может. Но я думаю, скорее всего, рыба ушла. Слишком мелко стало. Очень мелко. О, все как надо. Прям хорошо. Кофеек это на рыбалочке прям святое. Так, щучье логово выключилось, больше оно не работает. Вода упала до такой степени, что уже на середине по колено. Ну и походу щука свалила. А мы едем на большую воду, на течение, чего вообще не хочется. Ну там на угол, наверное, не на само прям течение. На углу там этот
Ничего, он на лодке. Сетевик. Так а я не знаю, где он там сетями все окутал. Там посмотрим сейчас. Так, что-то я не по той дороге поехал. Или по чего? Той? Вот, боюсь. А, мы уже приехали? Угу. Уют. А я-то думал. Лаваш. Угу. Приехали. А этот вон накутал все сетями. Блин, блин, грязь. Чё ты пикаешь? А мы вот здесь встанем, сейчас покидаем. О, песочек нормально. Да уж, блин. Ну вот, все, окунь бегает. А клевать засранец не хочет. Белка поймала одного большого, дотянула до берега, он свалил. С ночевой остаться, судака ночью подергать. Хрен его знает, а вдруг. Вот здесь попробую. Бесполезно, блин. Один раз сорвалась. Один раз не сорвалось, все плещется. Не знаю, можно на ночь остаться здесь. Но песок, судак может быть. Но это, блин, мы вообще не готовы. Мы даже не брали с собой ни мешков спальных, ни вообще ничего, ни воды. Хоть бы пиво взяли, что ли. Так, тишина полная. Что-то на видео как-то светло. На видосе как-то светло. Ага. А на самом деле-то темно. Время 8. Ну. Да будем скручиваться. Не, это надолго. Кого? Я говорю, если так оставаться, то это надолго. Ну. Не, надолго мы уже не будем. Красиво, кайфово, тихо, аж уж закладывает, ума сваливает, нафиг. Все, хорош. Хорошего помаленьку, да, Бусь? Ну, хорошо, почисти, чтобы прям не было этого грязи. Ну, троллингисты ни днем, ни ночью не спят. Так, кофе у нас есть? Да. Да, фонарик одно название. Садится уже? Ну. Там, по-моему, батарейки оттуда вытаскивали, нет? Нет, в одном, вот в моем нормально еще более-менее светит. А в этом нифига. Блядь, комарья, капец. Так, все собрали? Это оно. Да. Ух, комаров, капец. Так, ладно, все это прекрасно. Ну, теперь еще лучше. Блядь, топливо заканчивается. Блядь, у нас еще топлива нету, ни хрена. Доедем? Доедем. Туда положи. Ну, вот сплюхни фонарик, а он туда, боковой. Все? Ой, блин. Блин, ну давай сюда. А я в этот положу, в ведро. Куда? В ведро. Там же грязно в ведре, рыбы воняют. Нет. Ну как нет?
Ты уже положил? Ну я и рации туда кинул. Там грязно, ты что, воняет? Ой. Даже после окуня это грязно. Да нет, не воняет. Воняет. Фу, окунем воняет теперь. А рации тоже вытаскивают, там вода скапливается в ведре. Я положил в это вот. На сиденье. Блин, здесь-то тоже не лучше. Ну как? Не, ну там-то у него 100% грязнее. Блин, тут все в этой, блин. Там грязь, там грязь. Ладно, что, завтра что, с утра сюда поедем? Ну. Так, где мы здесь? Господи, комары в волосах даже. Да? Ну. Они, падла, везде. Комары, блин. Мошки еще, комары. Да, сегодня что-то вообще все проснулись. Ай, блядь, заехал в эту грязь. Ёпта. Ох, ноги накусали чуть-чуть. Не видать? Кого? Грязь видать? Да тут уже. Дальше-то нет грязи. Грибов не хочешь пособирать? Нет. А что? Мне хватило. Ну ладно. Ладно, все, сваливаем. Короче, щучье место накрылось. Это вот здесь вот только окуней, если подергать. Не больше, да? Ну. Может быть. Я это чудовище снимаю каждый раз и каждый раз его стираю. Сейчас не сотри. Нет, на этот раз я сделаю. Вот она. Просто конец ролика. Вон этот демон. Вот он. Он реально демон. Вот он. Голова, руки. Демон, блин. Ну это же реально демон, просто демон стоит с руками, с ногами, с головой. Он просто страшный. До ужаса, блин. Аж мурашки, блин, по телу. Вообще, дева, сейчас прикинь, вылезет и все. Жесть. Ну что, ребята, рыбалка подходит к концу. Рыба уже совсем не активная. Смотри-ка, деревня уже вся спит. Вообще тишина полная. Да, конечно, уже никого нет на улице. Блин. Мы и днем ехали, никого не было на улице. Ну, тут, в принципе-то. Тут, по сути, и днем, да. Действительно, никого нет никогда. Такая мертвая деревня. Ну? Этот чувак, который сегодня сети ставил, там с ружьем все ходил. Что-то побегал, попрыгал, плюнул нафиг сети, оставил, сел в машину и уехал. Наверное, завтра будет. Утром придет, наверное. Ну нет, смотри, вон там свет горел. Так, ну что, лужи. Тут грязь. Ну, не без этого. И лужи. Так, сюда. Ну что-то они раненько тут все спать ложатся. А тут вообще живет кто, нет, в этих домах? Не знаю, я что-то как-то ни разу здесь людей не видел. Ну. Может и живет кто. Вон ты говорила, здесь все заброшено, вон свет горит. Ну вот один домик только. Да, но у них тут все новое. Ну там дальше, по-моему, тоже как-то. Да. Тут туда, непонятная дальше. Какая-то. Химическая лаборатория, 100%. Угу. Вот свет даже. Ну, что-то там горит. Так, ладно, товарищи, заканчиваем наш влог. Всех обняли. Всем пока.